Здравствуйте, дорогие посетители моего канала «Славный подарок». С вами я, Елена Румянцева, и Православная Певческая школа «Преображение». Мы продолжаем наше занятие по развитию музыкального слуха. Сегодня занятие пятое. Ссылочки на предыдущие занятия внизу под видео. И мы начинаем нашу работу в системе гаммы, соль, мажор. Сегодня у нас в нашем нотном тексте подписаны ступени. Ступени гаммы, соль, мажор. Вы видите также, что прибавлены две ступени по сравнению с предыдущими занятиями. Вот шестая ступень вверху и седьмая ступенечка у нас внизу. Дело в том, что можно было бы ее спеть и здесь, то есть пойти вверх от ми. Но, во-первых, нам там будет высоковато петь, а во-вторых, очень часто движение в музыке идет в эту сторону, то есть сторону нисходящую от первой ступени к седьмой и обратно. Вот поэтому мы делаем вот такой оборотик в конце: первая, седьмая, первая. Значит, сейчас мы будем петь, как обычно, с названием нот. Первый раз мы пропоем с помощью инструмента, потому что прибавились новые ступени. Кто сегодня тренируется? Сегодня могут тренироваться, в принципе, все голоса, кто сможет подстроиться к нам по тону. Дело в том, что, смотрите, вот... Вот сегодняшний наш звукоряд. Можно его пропевать на октаву ниже. А также на две октавы ниже. Если вы сумеете так подстроиться, я имею в виду низкие голоса, низкие женские или низкие мужские, также в самом басу, или высокие мужские могут попробовать также попеть на октаву ниже. Вот второй вариант, который я показывала, а третий вариант — низкие мужские голоса. Если вы сумеете сами отстроиться на одну или две октавы ниже, то, пожалуйста, тренируйтесь вместе с нами. Но потом для вас будет специальная тренировка. Однако, теоретическая информация по чтению нот, по музыкальной грамоте, она сегодня также будет. Сегодня вас ожидает информация о тонах и полутонах, и о том, как именно строится мажорная гамма. Тоны, полутоны на клавиатуре. Это важнейшая информация для понимания лада, для понимания связей внутри лада в будущем, а также вообще такая базовая, фундаментальная информация, без которой невозможно продвижение по музыкальной грамоте дальше. То есть вот вы видите, что наши уроки по развитию музыкального слуха сопровождаются также информацией по музыкальной грамоте, по сольфеджио. И, вероятно, в названии урока я включу также такие слова, что это уроки еще и по чтению нот, чтобы было понятно, как мы занимаемся. Сейчас мы начинаем нашу тренировку. Итак, как обычно, как вернее раньше, настраиваемся, поем. Теперь самостоятельно и проверяем. Так. А теперь ля самостоятельно и проверяем. Си самостоятельно проверяем. Проверили, откорректировали. До самостоятельно
проверили. Внимание, ре. Находим голосом сами нотку ре. И теперь корректируем. А вот теперь будем петь вместе с инструментом ми сразу. У вас, возможно, получится тоненький писк, но тихонечко можно вот эту нотку пропеть, даже если не совсем удобно, но тихонько, громко не надо. Еще раз повторите ее самостоятельно и проверим. Теперь разворот на ре. Проверили. Помогла вам сразу, да? А теперь давайте еще раз повторите эту нотку до и откорректируйте. Теперь си самостоятельно. Си корректируем, проверяем. Ля самостоятельно. Проверили. Тоника соль. Вот она у нас. Пойте соль самостоятельно. Проверяем. А вот теперь вместе с инструментом фа диез нотка. Фа диез. Проверили. Еще раз. Фа диез. И на соль снова. Значит, сейчас мы с вами находимся здесь в системе гаммы соль мажор. Напоминаю, ключевой знак фа диез, фа диез. И для того, чтобы нам понять, зачем стоял этот ключевой знак и почему именно нотка фа у нас должна петься с диезом, причем вы видите, что стоит диез на пятой линеечке. А сама нотка у нас написана вот здесь, между первой и второй. Я уже говорила о том, что ключевые знаки ставятся на определенных местах, а читаются на всем нотном стане, вот к этому нотному стану имеет отношение вот этот знак, а вот к этому нотному стану басовом ключе. То есть, если бы здесь была бы партия, мелодия какая-то написанная для басовом ключе, то также вот этот знак работал бы на то, что все нотки фа читались бы с диезом, если не стояла бы где-то бекара, то есть отмены диеза или бемоля. Давайте посмотрим сейчас картинки, которые помогут нам понять, где же на клавиатуре находится тон и полутон. Значит, вот посмотрите. Что у нас есть места пробелов, таких вот, где доверху белые клавиши доверху идут белые, без промежутков черных. Между ними как раз находится полутон. Вот давайте мы другую картиночку посмотрим. Она у нас почему-то закрылась. Вот, значит, вот они хорошо видны. Здесь вот эти пробелы между ми и фа и между си и до. Вот в этих пробелах естественным образом становится полутон. Полутон. В смысле, как естественным образом? То есть между белыми клавишами. Между остальными белыми клавишами. То есть, еще раз напоминаю, что тон и полутон – это расстояние. Расстояние между звуками. В данном случае мы их видим на клавиатуре, да, между клавишами. Расстояние между звуками по высоте, по высотности их. Поэтому не существует
скажем, вот такого, скажу, что я могу сказать, вот нота до это тон или полутон. Никогда. А между до и ре возникает какое-то расстояние. Между ре и ми тоже возникает какое-то расстояние. Так вот, между до и ре тон, между ре и ми тоже тон, а вот между ми и фа полутон. Здесь опять же тон, 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 полутон. Поэтому вот если гамму посмотреть до мажор, которая вся по белым клавишам, такая эталонная гамма у нас играется вся по белым клавишам, то мы естественным образом здесь получаем строение гаммы мажорной. Посмотрите, от до до ре, или иными словами, от первой до второй ступеньки тон, от второй до третьей тоже тон, дальше от третьей до четвертой полутон, дальше тон до пятой, от пятой до шестой снова тон, от шестой до седьмой снова тон, и от седьмой до первой полутон. Вот получается мажорная гамма. Вот сейчас мы увидим на другой картиночке стрелками показаны расстояния в тон и в полутон. Вот давайте правую картиночку сначала посмотрим. Значит, вот здесь тон, вот здесь тон, то есть в тех местах, где стоит вот эта вот разделительная черная клавиша вверху. Вот здесь ее нет. Значит, здесь полутон. Тон, тон, тон. Еще раз. Тон, тон, тон. А вот здесь будет полутон, полутон. Снова тон, тон, полутон. Поверху посмотрим по черным клавишам. Между черными клавишами, стоящими рядышком, возникает тон. Вот здесь тон, вот здесь тон. Вот здесь нет. Вот здесь тон. И так далее. Теперь посмотрим на картинку с полутонами. Она у нас так зигзагами идет. Вот отсюда до сюда полутон. Вниз полутон, вверх, вниз. Все это полутоны. А вот здесь получается вот уже по прямой. Полутон, 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 по прямой. Итак, до черной клавиши, с черной до белой, белый, черный, черный, белый, белый, черный, черный, белый. А теперь белое, белое, полутон. Опять белое, черное, черное, белое, белое, черное, черное, белое, белое, белое. Вот таким образом. И получается так, что наша мажорная гамма, если она взята от другой какой-то ноточки, то есть тоника у нас здесь, первая ступенечка называется тоника, не забываем, тоника у нас не до, а соль. Вот посмотрите сейчас, каким образом это будет видно на клавиатуре. Вот у нас соль. От первой до... Это первая ступенька теперь. Вот здесь тон от первой до второй. От второй до третьей тон. А теперь от третьей до четвертой полутон. Тон, тон, полутон. Тон, 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 полутон. Вот такое строение мажорной гаммы. Всегда от первой до второй тон, от второй до третьей тон, от третьей до четвертой полутон. Дальше тон, тон. Теперь здесь нет дальше у нас клавиатурки, поэтому спускаемся вниз, как бы, ну, как будто она вверх идет. Вот здесь нам не важно, какое ми, вот от этого ми там бы дальше пошло, да? А мы посмотрим вот здесь. От ми до фа полутон, а нам здесь нужен тон, поэтому мы делаем вот от этого фа повышение на полтона, повышение на полтона. Вот оно наше повышение, то есть движение вправо это повышение, движение влево понижение по клавиатуре.
Вот, итак, вот наше расстояние белое-черное. Поднимаем нотку на полтона. А какой у нас значок, который повышает нотку на полтона? Вспоминайте. Вспоминайте этот значок. Вот он, диез, повышающий значок. Вот он. Значит, это у нас нотка будет фа диез. Фа диез. Седьмая ступенечка. Вот она. Она у нас тоже, кстати, здесь внизу, потому что нам было неудобно петь вверху. Многие не понимают вначале, как это можно гамму вот уже после первой ступеньки еще пойти вниз. А клавиатура-то она большая. И гамма может быть и вверху, и внизу. Главное условие, чтобы все нотки были по порядочку, звукоряд, чтобы соблюдался. Вот, на этом наше занятие сегодня заканчивается. С вами была Елена Румянцева. Всем ангела-хранителя. До новых встреч!